Здравствуйте, моя старшая группа. Сегодня мы пишем этюд пейзажа гуашью. Пишем на формате А4. Делаем небо более светлое, землю темнее. Используем оттенки осени, то есть охристые, желтые тона. Дерево пишем по светлому небу сразу. Силуэт дерева делаем, ствол прописываем и добавляем крону дерева, более темную. Начинаем.
этюд готов, приходите к нам на следующее занятие.